мы находимся в Максим-баре. Здесь и сейчас очень жарко. Оставайтесь с нами, все самое интересное мы вам покажем и расскажем. Олеся, добрый вечер. Здравствуйте. Как ваше настроение? Отлично. Что сегодня празднуете? Сегодня потрясающий вечер. В Максим-баре собралось огромное количество народу. Сейчас это место самое популярное. И Синиша просто молодец, организовывает лучшие вечеринки в городе. Я его очень люблю. И мы пришли поддержать его сегодня. Вы здесь часто бываете с друзьями? Да. Это ваше любимое место? Я так понял. Одно из самых любимых мест, правда. Потому что здесь можно хорошо провести время как днем, так и вечером. Здесь потрясающая кухня. Вот просто потрясающая. Повар. Как вам концерт сегодня? Концерт отличный. Живая музыка. Очень позитивная, комфортная. Мне нравится. Олеся, поделитесь секретом, что от вас нового ждать? Новая коллекция, новый показ. У меня только что прошел показ на Volvo Fashion Week неделя. Мы знаем, мы видели. Да, и что вам ждать? Ждать следующей коллекции, потому что эта коллекция уже активно раскупается. Поэтому я жду почитать ли своего творчества у себя в доме моды и предоставлю ему все на любой вкус. Ваши пожелания нашим зрителям? Приходите в Максим-бар, отдыхайте, развлекайтесь, но не перебарщивайте в меру. Спасибо вам большое. Добрый вечер. Как ваше настроение? Супер. С вами очень приятно стоять рядом. Спасибо. Оля, вы сюда часто приходите? Да, мне очень нравится это место. Очень красиво. А что вам именно нравится? Что вас вдохновляет? Атмосфера. Очень приятная. Очень интересные люди. А как вам сегодняшний концерт? Концерт? Супер. Посвященный Парламент Лайту. Что бы вы хотели зрителям пожелать в ночной Москве? Больше позитива, гламура и хорошего настроения. Дорогие друзья, рядом со мной красивая Оля, которая пришла в Максим-бар отдохнуть с друзьями. Оставайтесь с нами, все самое интересное мы вам покажем и расскажем. Дорогие друзья, мы по-прежнему находимся в Максим-баре. И рядом со мной Синиш Лазаревич. Добрый вечер. Привет всем. Как ваше настроение? Потрясающее настроение, праздничное. Расскажите о сегодняшнем празднике, нам немного. Что у вас происходит? У нас происходит, во-первых, наши друзья вместе с нами делают вечер, который называется Art of Parliament. У нас в гостях была группа Tina V из Питера. Очень актуальный, модный, современный звук, лаунж. У нас была провокейшн от Art of Parliament. И, конечно, Lexter для вас вот прямо поет. А что вы еще от сегодняшнего вечера ждете? Мы ожидаем всегда, чтобы хорошее настроение, которое мы собрались устраивать, донести до людей и устроить им праздник незабываемый вечер, в котором нет обмана, где искусство, еды и музыки встречаются на крыше цветного в ресторане Максим-бар. Ваши пожелания нашим зрителям? Вашим зрителям, чтобы всегда были богаты, здоровы, успешны и в любви. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, мы находимся в Максим-баре. И все самое интересное мы вам покажем и расскажем. Спасибо.
по-прежнему находимся в Максим-баре. И рядом со мной стилист Игорь. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер, друзья. Как ваше настроение? Настроение отличное, великолепное. Вечеринка сегодня, замечательные музыканты, чудесная публика. И, как всегда, у Синиши прекрасное настроение. Как вам концерт? Как вам выступление? Выступление шикарное. Посмотри, он завел всех сегодня, потому что все вскочили со столом. Вот, великолепные парни. Отличный парень. А вы здесь часто отдыхаете? Это ваше любимое место? Да, да, одно из самых любимых мест в Москве. А с кем вы сегодня отдыхаете? Которые также любят приходить сюда. Здесь много известных людей. Здесь Александр Анатольевич, рекомендую вам к нему подойти. Здесь еще дизайнер Маша Лаврова, Лена Светлова, Александр Каренько, Ирина Попова. Это все самые прекрасные люди этого города. Вы же такой известный стилист. С кем вы в последнее время работаете? Последнее время это как раз было вот Fashion Week Александр Арнгольд, закрытые показы. Вот программа стилистика. Сегодня была съемка Fashion TV. И все. Что бы вы хотели нашим зрителям пожелать? Радости, красоты, веселья и легкости. Любви, денег, много секса. Конечно, да. Спасибо вам. Дорогие друзья, мы находились в Максим-баре. Как и все хорошее, подошло к концу сегодняшнего мероприятия. Оставайтесь с нами!